ресторане Кружкова. В ресторане музыканты попросили сыграть шмеля. Сможешь сыграть шмеля? Он играет это сам. На него смотрит этот, кто попросил круглыми глазами, значит, это. А студент, короче, студент, кто-то там, я не знаю. Но студент это рассказывает своему, там, не знаю, профессору, что такое. Он говорит, ты что, говорит, с ума сошел, запомни, в ресторане шмель может быть один только, мохнатый. Стихи Редьярда Киплинга в переводе Кружкова. О, кстати, если да, вот так вот свети, кстати, если вот так сделать, то можно свет в зале выключить, действительно. Да, лучше вот так, потому что все-таки, конечно. Дима, тебя не видно. Надо ну, выйти, чтобы лицо осветилось. Да, да. Нет, хорошо. Сейчас. Хорошо, Дима. О, вот красиво, так. Очень стоишь, красиво. Так.